Хулиган, тебе не надо? Ну, это первое время, потом привыкнешь. Секотно. Секотно? Секотно. Секотно. В любой пещере, Дима? Отдыхает. Я в пещере? Ну ты походи, потопчись, потопчись. А там это рисовать можно. А наступать сюда нельзя. Нельзя, нет, там стекло же внутри. Вон оно, видишь, стекло. Это вот она рисуется. Так вот. Тут прям рисуют, кстати, бывает. Это вот как с песком тоже. Сначала выравниваются вот так вот, Дим. Так, он так близко. Ничего не видит? Видит, конечно. А как? Тут вот бывает рисует прям. Такой вот. Ай, у меня уже коленка вся грязная. Вот, смотри, мама, что нарисовала, Дим. Домик, смотри. Лужайку нарисовала мама. Ух ты. Что тебе там? Залазит, что ли? Да, залазит. Ну, зато это полезно, такая соль, она прямо. Вон какая, видишь? Крупная, да? Крупненькая. Прям, это руки, да? Помыть. Потом помоешь. Тебе там она прям залазит между пальчиками. Залазит. Ничего, полезно. По коврику дома давно не ходил своему? По своему интересно. Тут интересно. Ну, игрушек-то вон сколько, ты не играешь. Тут интересно. Ведерко, смотри, интересно, да. Смотри, ведерочка здесь. Даже грабушка, грабелька, да? Можно грабить. Вот это конца. А прям... где лопатка? О, не знаю. Ищи. Где лопатка? Грабелька. Грабелька.